объявят, кто прошел на конкурс. Какой конкурс? Поступление в музыкальную академию. В Москве. Еще мама была против. Мама в таких вещах ничего не понимает. Она же не творческий человек, а творческим людям в этой дыре делать нечего. Хватит морочить Сашке голову и настраивать ее против меня. Где взять билет, чтобы ехать на этот ваш конкурс? Даже эконом туда и обратно, это вся моя зарплата. Давай я ее отвезу на машине. Но нужно ехать прямо сейчас. Дорога длинная. Пап, а куда мы едем? А ты как думаешь? В Москву! Мы едем туда всех порвать. Я не хочу никого рвать. Мы зачем сюда поехали? Я зачем поехал? Ты понимаешь, что это все ради тебя? Поступишь в академию. Станешь настоящим музыкантом. Ты помнишь, в чем суть первого урока? Никогда не останавливаться. Вот. Ничего не нужно бояться. Если я просыпаюсь в темноте, мне кажется, что меня все бросили. Но я же рядом. Это мама. Что значит поиграть в папу? Я и есть ее папа. Она поступит в академию свою, и ей станет не до меня. Если ты не позволишь обстоятельствам взять над собой верх, ты всего в жизни добиться можешь. Ты не понимаешь, что ей плохо каждый раз, когда ты вдруг приезжаешь, а потом вдруг уезжаешь? Я ведь не вернусь, понимаешь? Дай мне сделать для нее, ну хотя бы что-то. Ты настоящий герой. Я очень рада, что ты меня повез. Возможно, не всегда смогу держать тебя за руку, но я всегда буду рядом. Не могу допустить, чтобы она отказалась от своей мечты к огню.